Всем-всем привет, ребят. Ой, слушайте, вышла на улицу, вчера не выходили. Вика с Яной. Я иду в поликлинику. Ну, в свою. Закрою больничный лист. Ну, конечно, дороги. Тут еще машины ездят. Вот такие. Блин, телефон. О, забыл микрофон. Можно было взять. Так что... Иду, выпишусь, продолжу что-то сегодня. Ой, с утра. Пока накормила, ничего. Вот какие видео с ребенком, да? Пока я встала, пока собралась, пока набылась, пока накормила, пока таблетки дала. Все, пора собираться. Ну, завтра еще Анютка приедет, надо что-то сготовить, подумать. Ну, нам и на вечер. Ну, у меня же есть, что есть-то. Хотя пару... Идти тяжело еще, дышать тяжело. Но мы лечимся усиленно, упорно, вот, по буеракам. Вот. Кстати, кто не видел ботинки, прям видно, видно, нет? Но это не, еще одни есть. Прикольные такие, мне так нравится идти. Но у тех маленько, можно, наверное, на осень. У них маленько подушек подтрунивают, ну вот так вот. Так что поэтому мне очень сильно по льду удобно ходить. Ну, по снегу. Надо по асфальту. Ну, не. А эти прям вообще отлично. Прям по ноге. Как надо. Ну, все. Ну, главное, ну, идти удобный прям по ноге. Все. Ой, вот иду потихоньку, бреду. Записи не было. А только больничные листы она принимает с 12 до часу. Не знаю, что вообще. Ну, в принципе, у нас есть что поесть. Надо и груши есть, и фрукты, помидоры, огурцы купить, салатик. А там посмотрим. Ну, сейчас придешь, устанешь. Ну, я выпишусь, я с Викой буду сидеть. Пока. Потом. Чтоб сюда-то не бегать. Так что, ой, солнце. Ой, а на улице-то красота, липота. Прямо. Солнышко и тепло. Мне пока не холодно. Напищают похолодание. А может, вот в павловскую курочку, не знаю, открыто, закрыто. Может, уже закрыли. Она не выгодна. А все закрыто. Конечно, тут не сильно выгодно магазин-то. Но можно было копченой курочки купить. Ну, ладно, пройду потом. Там по дороге Магнит. И честно, аппетитов-то нету. Что-то прям вот. Ну, три раза у меня так вот. И тоже вот вечером третий раз. Не записывать ничего не хочется. Но лечимся усиленно. Так что увидимся. Что купил, наверное, уж покажу, расскажу, выскажу. Добреду. Мне вон к тем домам туда. Не очень сильно удобно расположена поликлиника в ту сторону. А хотя там есть это красный и белый, или как там он называется. Туда можно зайти. Что-нибудь там купить. Так что ладно. Побежала я бегом. Ну, на улице, конечно, классно. Всем-всем привет, я дома. Я выписалась, все. Будем сидеть с Викусей пока. Ну, расскажи, давай. Ну, у тебя не видно, сядь. Голову не видно. Мне так... Можно так? Да. На корточка. Да, давай. Вот. И... Надеюсь, что меня слышно. Микрофон забрал мини-блогер, который называется как? Викуся. Натуся. Викуся на тусе. Ага. И я была в магазине. Ребят, ой, господи, чеки. А я с Яной и с Мишей сидела. Да, я была в магазине. А я с Яной и Мишей сидела. Жанова. Зашла в красный и белый. Ну, так как вот поблизости у нас его нигде нету, я зашла и, ну, естественно, набрала. Ну, вот, ну что, ну как же, у меня же внучка в гостях. Как же экономить, да? Что я купила? Это лук, морковь я купила в другом месте. Это я попозже чеки расскажу, покажу, почем лук, почем морковь.
Валюш, ой, зашла в... Вик, не закрывай микрофон-то. Вот, давай. Валюшина я... Ой, зашла в Мяснов, купила там вот 3 помидорина на салат нам. Завтра они приедут. И 2 огурца. Это, нам, это в Мяснове. На 300, что ли, рублей с чем-то. Блин, я вот в Мяснове, я, наверное, человек не взяла. И что я купила в красном и белом? Вот помню, как увидела селедочка за 99 рублей. У меня там есть картошечка с чем-то, да, можно поесть. Ну и можно с луком сделать опять, как мы, ну, как я делаю мою заливку. Мам! А, ну не трогай, не грязно, потом выкину. Значит, купила там, я вот захотела семечек. Так иногда, ну все правильно, я семки знаю. Семки мои, да, любимые. Я правильно, ну все говорят, лучше попить воды. Но когда вот приходишь вечером, допустим, жрать хочется, поел, а вечером еще хочется. Погрыз семечек там немножко, не килограмм же, и купила свиных ушей. А мне? Подождешь, я так. Давай, доставай, закрывай глаза и доставай, что будешь доставать. И я и отгадываю, тебе или как. Это кому? Мне. Это купила я солененькой рыбки. Иногда так хочется, мы с Викусей, да? Вик, хочется иногда солененькой рыбки? Ну да. Да, дальше. Кому? Не мне. Опять да. Рыбки купила. Ну, там дешевле намного, чем пятерки. Не мне. Это можно вермишельку, БПшечку звать. Мне есть не поесть не что? Это кому? Мне. А что ты глаза-то открыла? А, я вот так. Да? Ну ладно, давай. Что еще? Ой, икра. Это мне. Красненькой. Балтийский берег. Вкусная, можно есть. Сальца купила. Не мне. А мне. Да? Это что? Ты говори, покажи. Это сырок хороший. Да, сырок. Фисташковый какой. Сейчас я вам все покажу. А это трубочка. Угу. А это икра. Сальца нам завтра с Аней купила. А может больше с вами. Это вот тыквенные семечки. Они очень полезные. А это? Мне. Снова творог. Ну, у нас фрукты есть. У нас и яблоки есть. Это пакет. Мне так нравятся там эти пакеты. Я говорю, дайте мне на это. Манго сушеный в чай. Я не люблю. Не любишь? Ну, в чай опускаешь. А это что? Точно не мне. Вот масло. Вчера Вика сказала, оказывается, она любит масло. Вообще же, ну, я сейчас расскажу. Там две. Это еще семечек тебе надо еще. Это что? Тут наткнулась а на статью. На статью. И еще уши свиные. Еще? Да, нет, еще у нас вот пакет сзади. Ну, там вот рыба. Купила минтай. Минтай на 171 рубль. Огромную рыбину, но больше, видать, последнюю взяла. И вот чеки. Ну, это что? Так, значит, лук я не помню. Ну все, Наташа, куда путь сунула? Сейчас зашла в аптеку, снят давление. Открой, пожалуйста. Сейчас. Иди руки мой, ты вещи все тут брала. Сплосни и будешь есть. Дай-ка микрофон пойди. Иди мой и будешь кушать. Бабушки. Иди. Я же до еды не буду дотрагиваться, а ты будешь дотрагиваться до сырка. Она потому что может вытащить его полностью. Так. И прочитала статью, конечно, ну и даже, ну как рассказ, ну не знаю, как даже правильно сказать, опус какой-то, как нас травили в детстве. И ведь действительно правильно, что вместо бутерброда там, вот на самом деле, да, вместо бутерброда с авокадо нам намазывали бутерброд с маслом. Это же так было, да, вместо там какого-нибудь... каких-то наггетсов там, да, ну, приготовленных или чего-то нам на обед нам давали, ага, борщ с картошкой и с котлетой, ну, нас травили борщом, ну, вот это вот так, я просто вот как бы обобщаю все. Вместо лимонада нам давали вкусный компот. И, понимаете, я тоже вчера, значит, делала бутерброд вечером с сыром и с маслом. Вика, я не люблю масло. Я говорю, как это масло не любишь? Масло-то полезно для легких. В любом случае, маслице надо каждый день кушать.
Хотя маленькую, почему там в садик, в больнице дают обязательно там 30 грамм масла на бутерброды с утра, по крайней мере раньше давали, сейчас не знаю, потому что масло нужно есть. А сейчас такая тенденция, что авокадо это модно, это там типа полезно, но... Ну, не зря же даже вот, я уж сколько, несколько раз говорила, что вот там есть так, ну, вот в медицине расписаны все столы, и каждому там заболеванию свой стол. И в общем столе всегда, допустим, масло. Ну вот, в общем, ну было интересно прочитать, я не помню, надо бы, конечно... Чего ты у меня тут открыл это? Скриншот сделать, а я что-то, ну, с другой стороны, это чужое... Чужое написание. В общем, пакет я себе черный купила. Слушай, за 10 рублей такие хорошие пакеты. Обалдеть. Их надолго хватает. Я так с удовольствием хожу с ними. Два пакета. Семена тыквы по 44, ну 45 рублей. Манго 60 рублей. Сало 124 рубля кусочек. Не сильно дорого. Икра лососевая, ну 70 рублей. Сырки по 30 рублей. Уши свиные по 30, ну 36 рублей. Еще другие ушки, тут они разные я купила, по 45 рублей. Знаете, иногда вкусненько, там раз БПшечку заварил, туда ушки накидал, ой, вообще обалденно, вот тебе и первый, и второй компот. Филе сельди по 100 рублей, тоже недорого, я хотела сначала сделать доставку «Магнит», а потом так посмотрела, там дороже намного селедка, и вот уж по пути, думаю, или в «Магнит» пройду, пойду в красные и белые, и вот все легко, все хорошо, все нормально. Масло сливочное простоквашино 140 рублей, ставритка сухогруз 70 рублей, семечки просто по 25 рублей. И вот так вот выходит 131 рубль. Тут написано. И еще что я купила, ой, господи, не свалится бы, Наташенька. Купила вот такую рыбинку ментая. Сейчас я ее на лоджию, ей ничего не будет, надеюсь, до завтра. Ну, пусть размораживается, даже если она разморозится. А завтра лук-то для чего я купила. Ну, я уже не забыла купить майонез, но я уже вот, для рыбки лук купила. Не дотащила. Я купила этот, думаю, завтра. Уж в крайнем случае все равно или с Викой сходим за молоком. Нам надо будет завтра молока, просто я не донесу. И, как он называется-то, и майонезику. А можно, в принципе, и со сметанкой. Сметанка у меня есть. Лучок обжариваешь, рыбку обжариваешь. Потом все это соединяешь, сметанки туда или майонезик. Ой. На 179 рублей, считайте. Или там с или с рисом. Аня сказала, картошку не надо, да может рису сварю. Ну, хотя у меня есть, ну, как бы, ну, вот рыбки-то тоже хочется. Хотя у меня там, по-моему, есть картошка с рыбной котлетой, что ли. А. Сейчас, Вик, давай сейчас все уберем и дам. У меня есть карту, сейчас ну, я тоже поем, я потому что не ела. Все, в общем, такой, ну что будем делать, я продолжу в ложек. А сейчас хоть надо ему банк записать. Иди туда в комнату, в зал, я буду разбирать все. Или ты будешь есть, я пока буду разбирать. Ну вон, Вика вам продолжит. А я сейчас быстро все разберу. Ой. Я смотрю мультики. Ага. Кстати, кто не видел, может, я сейчас, ну, тут на той неделе, конечно, штанишки себе еще новенькие купил. Мне так нравится. Так. Ну, разговаривать. Нет, я выключу. И еще меня спрашивают, вы еду-то заморозки, что ли, берете? Да нет, нет. Я не могу пока все свежее, все новое. И еще была доставочка, вот-вот-вот. Вспомнила, посмотрела на цветы, вспомнила. Я же из поликлиники цветочек притащила. Ой, хотя, говорит, нельзя из больницы таскать, но я его помою святой водой. Обрызнем. В общем, вот так вот. Нет, все свеженько и вкусненько. Вот сейчас тоже мукбанг был. Я ела.